группа поиска. Команда Хадира. Еще ищет. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока он не начал третью мировую в подвале у Баркова. Будь рядом. Так, ребята, всем привет. Вы на канале Завода. Это прохождение Call of Duty Modern Warfare. Так, все мы тихо. Прибыли на место, где Хадир, ищем Хадира. Считаю, что есть. Если и нет, то будет. Там везде будет Алькатала. Главное наше преимущество — темнота. Прячься и в бой вступай только при крайней необходимости. Если Хадир находится в доме Баркова, то мы обязаны его найти. Стреляют. Пошли. Эти ворота — наша точка входа. Разбей выстрелом лампу. Мы укроемся в темноте. Есть. Пошли. Впереди враг. Не стрелять. Слишком много. Не высовывайся. На свет не выходи. Идем, не высовывайся. Надо отключить электричество. Вон на стене щиток. Выход заблокирован. Выруби свет, это их отвлечет. Жди, когда отойдут. Так, я их обойти могу. Теперь остальных. Все чисто, пошли. Смотровая площадка впереди. Вот и комплекс. Посмотрим, кто там против нас. Что у нас, босс? В главном здании тихо. Есть движение в часовой башне, в церкви и у бассейна. Спускайся. Я поведу наблюдение. Итак, у нас три точки. Надо все эти точки проверить и зачистить. Так, спуститься. Ух ты! Мы спускаемся вниз. Идем по стенке вертикально вниз. Прикольно. Их слишком много. Если что, можешь попробовать скрыться. Так. Какую первую цель выбрать? Бассейн пусть будет. Приближаешься к бассейну. Погасил этот фонарь для тебя. Кажется, у них кто-то есть. Проверь, там ли Хадир. У него может быть Барков. Так, как мне проверить? Ищи щиток с предохранителями. Если выключишь свет, у нас будет преимущество. Угу. Щиток, по идее, должен находиться где-то на стенке. Над бассейном есть окно в крыше. Через него ты можешь попасть. Щиток с предохранителями. Можно вырубить свет во всем здании.
Так, на крыше лестница была вот здесь, ага. Так, вот. Заложник. И он мертв. Вот он. Но он вообще не похож на Хадира. Я тебя не вижу. Пока что ты... Хадира нет, но у них есть пленный. Мой отец. Мой отец. Сильно досталось бедняге. Еще есть люди у церкви и часовой башни. Осторожно. Машина противника ведет наблюдение. Держись подальше. Так, дальше. Вижу тебя. Церковь. Часовая башня. У главного здания активности мало. Можно пока туда не идти. Так, пока здесь пройти? Никак. Они поняли, что что-то не так. Действуй скрытно, и они не будут знать, где ты. Так, а я здесь свет не выключил. Так, обратно. Я вижу цели сзади тебя. Так, нам нужен щиток. Машина противника слева от тебя. Осторожно, у них пушка мощнее. Угу, я видел. Интересно, если я сниму... Пленные все еще у часовой башни и в церкви. Шевелись. Стрелка. Она ж, по идее, не будет ехать. Бой не вступать. Отлично. Ты подходишь к церкви. Так, сначала щиток. Сначала нужно найти щиток. Я его возьму. Вот он. Готов. Так, теперь зачистим улицу. Какой-то склеп. Я всю ночь так могу. Хадира не вижу. Тут очередь. Этого... Проверь, может, он говорит. Моя семья придет за мной. Черт, капитан. Заложник, родственник Баркова. Нет, нет. Люди Баркова приходили домой к Хадиру, а куда теперь все вы? Наоборот. Не бросайте меня здесь. Теперь иди к часовой башне. Если у них пленный, он долго не продержится. А, вот он.
Так, церковь. Я тебя вижу, Кайл. Так, нет, стоп. В церкви мы сейчас были. Теперь нам часовую башню надо. На стол сейчас будем всех наказывать. Часовая башня впереди. Фу, машина, блядь. Фух. За тобой машина противника. Ты точно хочешь начать этот бой? Нет. Просто целился. Так. Мне нужен щиток. К тебе идут патрули из главного здания. Его держат у часовой башни и, похоже, еще не убили. Вот щиток. Отлично! Метка. Зачем вы? Я тебя не вижу. Осторожно там, ладно? Хадир не обнаружен. Узнай, выдал ли пленный Баркова. Третий этаж, 4-5-1. Его раскололи. Он все время повторяет. Третий этаж, 4-5-1. Это все, что у нас есть. Иди на верхний этаж главного здания. Встретимся там. Блять. Ну кто? Собираемся. Иди к главному зданию. Так, как отсюда выбраться? Вот. Работаю. Все, я все сделал. Все, я внутри. Иди на третий этаж, нам надо выходить. А я связь здесь не обрубил, ладно. Иду на третий этаж. Целься осторожно. Я наверху. Угу. Открывай дверь. Я тебя прикрою. 4-5-1. Пошел. Ты тупой ублюдок!
здесь нет. Семья была. Вы его защищаете? Нет, мы забираем тебя. Пошли. Слушайте, я вам не враг. Я знаю, где делают газ. Знаю место. Химзавод Баркова. Да, я его уничтожу. Мы по-прежнему союзники, капитан. Ну, не так же. Тогда помогите нам. Пожалуйста, помогите моей сестре. Слушайте. Ложись! Это же не Баркова! Я знаю выход. Северные тоннели. Ты у меня под арестом, без глупостей! Это да. Дверь застряла! Кайл! Дверь застряла, быстрей! Ого! Это вообще даже законно по пешеходам стрелять с вертолета. Пошли, пошли. Так, куда мы идем? Угу. Так, что делать, что делать? Режем через здание, вперед! Угу. Так, где тут еще выход? Тоннель дальше к северу. Не останавливайся. А там вертолет на нас смотрит прям. Нам нужен другой выход. Движение! Все. Еще чуть-чуть осталось. Так. Нам надо в тоннель. Ёпта, блядь. Ходим. Ёк-макарёк. Соберись, сынок. Собран как никогда. Тогда помоги атаковать лабораторию. Вот уж нет. Тебе теперь крышка. Капитан! Это путь в один конец, ты же знал. Тогда вы поступите как надо, да? Босс, скажите, что мы закончим дело. Понадобится помощь. Получим ли мы её? Пошел. Капитан, прошу, дайте Фаре планы, скажите правду. Ты сможешь сказать ее всему миру. Мне плевать на весь мир.
Я думал о сестре. База вызывает 06. Союзная авиация заходит с юга на 180. Позывной хранитель 1. Понял. Это Ласвелл. Что ей тут нужно? Чую кровь. Вот, это данные. Держи при себе. Да, сэр. Не усложняй, капитан. Переубеди меня. Это война посредников, Джон. И мы все просто пешки. Говори за себя. Передавай. Да, сэр. Хадир твой, данные мои. Что бы ты ни задумал, я помогу. Я позвоню, если что. Я знаю, каково это, капитан. Не в этот раз. Хадира отдали русским. Его убьют? Если повезет. Вы опять спасли свободный мир, капитан Прайс. Хадир нашел завод Баркова в Восточной Грузии. Химзавод? Хотел его уничтожить. Хадир совсем рехнулся. Все мы чуток рехнулись. Не так ли, Алекс? Так точно, сэр. Поможешь? Мы закончим, что он начал. Вы хороший друг, капитан. И явно опасный враг. Но я не лезу за чужие границы, а берегу свой народ здесь, дома. Но иногда лучшая защита — это... Здесь все есть. Планы... Персонал. Ясно. Это может сделать ополчение, не связанное с Западом. И все свалят на террористов. Ведь так? Не зря я вам верила. Если Барков там, он мой.